Мы сейчас находимся на таком месте, которое называется Эммаус. Об этом месте мы читаем с вами в Евангелии от Луки, в 13 стихе, где двое, один из них по имени Клеопа, шли в Иерусалим, и там Иисус явился им, и они ему, Иисусу, рассказывали о том, что с Иисусом произошло в Иерусалиме. И на этом месте уже в 5-6 веке нашей эры была построена церковь Византийской империи, на территории, которой мы сейчас находимся. Вот это все, что вы видите сзади меня, сбоку меня, это все развалины грандиозной церкви византийской. И вот сзади меня, то есть церковь располагалась примерно, то есть здесь стоял священник, сзади меня находится баптистерий, вот он, это его раскопки. Все, что от него осталось, здесь крестили детей, видите, он сделан в фоне креста, потому что в то время византийцы уже крестили именно детей. Сзади меня находится ее вторая часть, мы там уже засняли видео. И впереди меня, то есть сейчас я развернусь туда спиной, то есть сзади меня сейчас находится продолжение этой церкви, это уже развалины. К сожалению, они не сохранились, но это базилика, церковь 4, 5 или 6 века нашей эры. В любом случае, это достаточно долго просуществовавшая. И здесь сохранилась мозаика, которой был выложен пол этой церкви. На сегодняшний день это археологический парк. Сюда можно приехать самостоятельно. Вход стоит 5 шекелей. Сзади меня, видите, здесь на трех языках есть объяснение всего того, что здесь происходило. Ну и первое, что бросается в глаза, если честно, это шикарное миндальное дерево, которое сейчас цветет. Вы видите, оно сзади меня. Здесь очень красиво. Эммаус. Город, о котором упоминается в Евангелии от Луки, в котором Иисус явился двоим ученикам, где при ее появлении у них горели сердца. Возможно, сердца загорятся и у вас, когда вы приедете сюда, для того, чтобы посетить те места, на которых Евангелие оживает прямо под ногами. До встречи! Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк, обязательно поделитесь им. И обязательно, если вам будет на сердце желание послужить вместе с нами, станьте партнером нашего служения. Ссылки на финансовую помощь находятся здесь внизу под этим видео. Пока! Пусть Господь вас обильно благословит!